Это наш дом. Делай, что говорят. Я не буду просить о том, чего не делал сам. Все готовы? И мотор! Ярость перенесет вас в Германию в последний год войны, 1945. В фильме правдиво показана жизнь солдат танковой части. Они уже загибаются от тоски и усталости, от бесконечных сражений. Это фильм о семье, столкнувшейся с ужасными событиями. Фильм не только динамичный, но и отлично раскрывает персонажей. Каждый раскрывается по-своему в своей сюжетной линии. Давай, действуй! Вспомни, зачем ты здесь! Этот фильм превзошел все мои ожидания. Всем здесь приходится нелегко, и постановщикам, и актерам. Никто не забывает, зачем пришел. Мы используем настоящие аноморфотные объективы, не держим аппаратуру в руках. Все работают очень элегантно. Зрителей в фильме увлекут захватывающие битвы и интрига. Они идут. Такой вы Вторую мировую войну еще не видели. Огонь! Ярость!